Новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гриммингер намерен расширять сотрудничество с Казахстаном. Он отмечает возросшую роль нашей страны на мировой арене и вспоминает успешное председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году, когда он исполнял обязанности постоянного представителя Швейцарии при этой международной организации. Казахстан давно сотрудничает и поддерживает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как новый генеральный секретарь этой организации, я очень заинтересован укреплять связи с Казахстаном. Ваша страна провела успешное председательство в ОБСЕ в 2010 году. И я хотел бы использовать этот прекрасный опыт, который лично наблюдал, став свидетелем исторического события. Казахстан играет важную роль в Центральной Азии и в мире. Мы намерены и дальше развивать наши контакты, создав региональный хаб с расширением таких сфер сотрудничества, как экономика и экология.